Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас обзор на вот такую шоколадку Kit Kat Senses Gold Edition. Золотой там чего-то. Так, давайте перевод посмотрим. Белый шоколад с добавлением карамели, белый шоколад и молочный шоколад с хрустящей вафлей. Тут получается у нас только вкус карамели. Как-то только один прям вкус. Вся она, смотрите, такая блестит. Здесь даже написано NEV, новинка. И давайте с вами посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. И также вот предлагают другие. 112 грамм. Так, и здесь у нас составы других стран. Видимо, эта шоколадка отправляется по всему миру. Не только Россия. Так, открываем. Какие здесь прям пупырки милые. Ну, их не замечаешь, честно говоря. Зная, какой вкусный тут шоколад. И какой он необыкновенный, самое главное. Так, смотрим, похожи они или нет. Здесь, кстати, более белый шоколад и темного чуть-чуть разводы. То здесь наоборот сделан шоколад темный и белые разводы. Тут все-таки белых разводов больше. Он светлее гораздо выглядит, чем этот. Здесь еще что-то он. Что-то с ним случилось тут. Вот. Здесь он беленький, да, шоколад у нас, а здесь темный. Так, вот так он выглядит, такая вафелька. И вафельки здесь, в принципе, достаточно, не так уж и много, и шоколада достаточно. Давайте его попробуем. Какой же он у нас на вкус? Да, здесь отчетливо ощущается карамель. Наверное, это для тех людей, которые обожают карамель с шоколадом. Вафельки хрустящие, мягкие. То кажется, что не приторный шоколад. А прожуешь дальше, вроде бы приторный. Но, наверное, поскольку карамель здесь, то я думаю, он должен быть приторным все-таки. В принципе, очень вкусный, но хочется почувствовать какие-то еще вкусы. Жуешь в надежде, но нет, оказывается, только карамель. Для любителей карамели, шоколад. Но, в принципе, необычно, очень вкусно. Обычно в других шоколадках это карамель в качестве начинки. Она вечно вытекает куда-то, там бежит. То здесь, наоборот, она перемешана вместе с белым шоколадом. И это смотрится очень красиво. И довольно вкусно. Хороший шоколад такой, мягенький, вкусненький, нежненький. Мне понравился. Свои отзывы оставляйте в комментариях. Если вы его пробовали, как он вам на вкус, что вы почувствовали. Может быть, вы почувствовали что-то еще интересненькое. Обычно так бывает всегда. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик, который выходит уже завтра. Влоги у меня выходят каждый день, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. А обзоры на продукты через день. Также у меня есть кулинария, живопись, фоны и много-много всего интересного другого. Обзоры на продукты из магазинов Фикс Прайса, Победа, Светофора, обычных магазинов, разные шоколадки, вкусняшки и всего подобного. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!